Так, сейчас мы все проверим. Что у нас тут интересного и нового получилось, пока я появилась, пока я была занята своими кошачьими делами в другой стороне сада. Сейчас я все разведаю. Так, что тут у нас? Ага, это нам не подходит. Я такое не ем. Нет, не подойдет. Так, что тут дальше появилось новенького? Сейчас я все разузнаю. Это нам тоже не нравится. Что это такое? Не мой фасончик. Не мой размерчик. О, а это что, цветы? Нет, это не цветы. Сейчас мы все узнаем. Это земляника. Это мне букет? Нет, смотрю, не мне. Не подходит мне, не ем я такое. Может, это для красоты? Даже не знаю. Что же мне еще понюхать? Что тут пахнет? Ой, как интересно пахнет, но мне не подходит. На крышу нет, на крышу, наверное, не пойду. Нет, не пойду на крышу. Что это? Синяя там была уже, не пойду на крышу. Куда же мне пойти еще? Так я тут все понюхала. Сейчас я разберусь с этими делами. Сейчас. Так, что тут еще интересно? Нет, не подходит мне. Не подходит. Так, пойду дальше. Тут я все разведала, сейчас я пойду дальше. Что делать, тут мне еще сходить? Мне нужно травку покушать. Травку. Там мне травка вся не подошла, в тарелке травки вообще нет. Пойду-ка я поищу травку. Ой, ну что ж ты, так иду, такая я красивая вся. Ой, посижу. Где же у нас была росла травка? Где же? Надо вспомнить, где у нас росла травка. Сейчас я вспомню, где она у нас росла. Сейчас я посмотрю по сторонам, пошевелю ушами, настроюсь на поиск травы. Очень вкусная для меня травка, мне она очень полезная. Так что... Ага, пошкрябать надо ногти. Ногти нужны, в порядке должны быть. Я же все-таки дала. Так, пойдем. Что тут у нас еще? Ага, вот тут растет моя любимая травка. Для меня хорошенькой девочки. Растет такая пушистая травка. Очень мне нужна. Вам кажется, что я ем чеснок, но нет. В чесноке растет моя любимая травка. Хозяева мне оставляют мою травку, любимую, чтобы я была здоровенькая. Потому что здоровая кошка – это счастье в семье. Да, это я. Мне симпатичная, здоровая, умная кошка. Я еще очень хозяйственная. Меня иногда называют завхозом. Потому что я все вытаскиваю. Навожу порядок в шкафах. А что? Должен быть везде порядок. Я за этим слежу. Особенно в холодное время года. А сейчас я навожу порядок на улице. Вот травку поела. Вот еще нашла кусочек. Сейчас буду их грызть. Нет, я не ем чеснок, я ем зеленую, вкусную, сочную травку. Очень для меня полезная, там полно витаминов. Да. Видите, как я вкусно ем? Ты нашла свое. Ах, как хорошо и вкусно, наконец-то нашлась моя любимая травка. А сейчас я доем траву, и что же я поделаю? Я сейчас буду растворяться в пространстве. Перед растворением, наверное, поваляюсь на земельке. Приземлюсь. А что? Очень тоже хорошее занятие приземляться. Мы коты это любим, приземляться. Вот сейчас траву доем. Приземлюсь и растворюсь в пространстве. Человек оглянется, а меня уже нет. Только я так умею. Я ж такая крутая кошка. Вот, смотрите, сейчас я так это делаю. Оп, оп, вот так, да.